Соки, клепки вверху. И оп, потретил и он. И молодец, опа. Так, опытно уходит, опытно. Смотри-ка ты, какая серия была. А ушли. Так. Ну, видать, вот вы не слабак, так? Эванка. Нормально не Молодец, Готлинец, 1-1. 2-0. Не молодец, Готлинец. Вот оно зависло. Зависло. Кто сейчас первый? Кто первый решится? Ну, это он так его. Смотри. Опа! Ай! Так. Кто будет? Вот так вот. Серию запустил и свое очко взял. 2-1. 2-1. Все так. Бой. Так. Оп. Ну, назвать это ударом судьи великие. Ну, как это? Акцентированный удар должен быть. Акцентированный. Уж мы, уж гладить-то не сюда пришли. Не гладить же сюда пришли. Обиться? Вот, если такое пройдет, вот Люба. Последнее слово за судьей на большом. Остальные только бой. Продолжаем бой. Она бы выключить. Народ, ну тихо. Даже удары слышны. Поаплодируйте! Что у нас со счетом там? Счет-то какой? Господин судья. 3-2. Чего? 3-2. Ой. 3-2. Так. Оп. 4-2. 4-2. Бой. 4-2. Ситуация почти для одного бойца критическая. Нужно выходить из пике. На что-то решаться. Брать инициативу в свои руки. Оп. Так. Люба. Красиво попал. Люба. Попал. Задним был. Я тебя покусал. Звучало, что не было с мостом. Красава. Это же паука на себя уже успел найти. Вот сейчас мы его убьем. Так что там решили, судьи? Ну, бойцы, любым результатом буду довольны. А что судья скажет? Победил боец клуба Готланд. Со счетом? 5-2. Писарь пишет.